День добрый. Скажите, в курсе о конфликте, который развернулся вокруг стройки? В курсе. А что думаете сами по этому поводу? Да думаю, вот на правобережье будет строиться новый район на 300 тысяч. Пусть они там построят. А по-вашему, как будут развиваться события дальше? Что? Да ничего, поговорят и все. И что? Они, наверное, настоят на своем. Потому что это, я считаю, все равно руководство страны поддерживает церковь. То есть сквер спасти или нет? Удастся спасти? Нет. Честно говоря, у нас тут в километре находятся два храма. Там храм, а парков нормальных у нас на расстоянии 2 километра нет от слова совсем. То есть куда ходить людям, что делать, непонятно. Компромиссы тогда какие? Ну, на Уралмаше, например, всего мало, два храма, да, то есть можно построить там, почему бы и нет. Можно восстановить старый собор, который на Визе, он там получается 1884 года постройки, его разрушили, сейчас его пытаются восстановить уже на протяжении 15 лет. Все никак не могут это сделать. То есть, как бы, вариантов много, предлагали провести референдум, почему бы его все-таки не провести и не узнать истинное, настоящее мнение народа. Но больное место хорошее. Я не знаю. Ну для чего хорошее? Для постройки храма место хорошее? Да нет, конечно, храм можно и на другом месте построить. Почему именно это место выбрано, непонятно. Знаете, что храм построят? Конечно, построят. И нас не спросят, это однозначно. Здравствуйте. Здравствуйте. Больше совсем негде гулять бедному ребенку. Вчера все правильно сделали, надо отстаивать, я считаю, этот сквер. Нас никто не спросил. Они... Не слишком ли агрессивно действовали? Я считаю, что нормально, это же горожане. Народ бунтует, а как еще, если нас не слышат? Ну, я думаю, что нас никто не услышит, и они все равно построят, потому что, ну, так заведено. Ну, пускай строят, что. Мало, видать, их. Захват земли. Пытаются построить здесь храм, как бы, надо было проводить референдум. И решать нужен он, нет? То есть есть кто много за, есть кто много против. Это, мне кажется, некий вызов, что ли. Как бы, имеем ли мы голос или не имеем. Если построят, значит, все пропало. Не построят, значит, мы еще что-то решаем. Как будут развиваться события дальше, по вашему предположению? Построят храм и все. Ну, сломают один забор. Ну, что люди могут сделать? Сломают забор максимум и все. Сколько вчера этих бойцов приехало? Если надо, будет 10 раз больше призовут. Здравствуйте, скажите, о конфликте вчерашнем слышали? Да. Что думаете? Я храм, чтобы построили. Что? Храм, чтобы построили. А почему? Потому что место хорошее, а где еще-то? А почему именно здесь, вот вы считаете, нужен храм? Вот именно еще? В этом сквере. А где еще? Там фонтан, где хотели установить, где главпочтам. Где еще-то? А как, по-вашему, решится вот этот вот вопрос, спор? Все-таки появится здесь храм или нет? Появится, конечно. Если власти хотят, появится. Как можно между противниками храма и сторонниками решить вот этот конфликт, чтобы не было вот как вчера вот этих вот столкновений? Ну, референдум можно провести. Ну, как можно возражать против храма? Это все равно, что возражать против Бога. Это очень непорядочно. Я этих людей презираю, которые возражают. Ну вот храм построят, сквер ведь пропадет. Да Господи, у нас вон тайга горит, никому дела нет. Тысячами гектаров горит, а тут, ну, выберут тут 200 штук деревьев, но ведь потом посадят. Хотели на пруду, тоже возражают. Ну что это такое? Там, вообще-то, на самом деле, надо бы его на месте, где он был, храм этот, на площади труда, туда и поставить. Но там опять же возражают. Храм нужен, не нужен, кто его знает. Ну вот. И храм Екатерины все равно должен быть в городе. Но сквер тоже хотелось бы сохранить. Пошли.